Привет всем! Сегодня готовим очень вкусные шоколадные венские вафли без молока. Готовили как-то по рецепту с молоком, но почему-то больше вот понравились без молока. Нам потребуется 4 куриных яйца, 200 граммов растопленного сливочного масла, 200 граммов сахара, 30 граммов какао, муки примерно 180 или 190 граммов и чайная ложка разрыхлителя для теста. В яйца добавляем щепотку соли и взбиваем миксером. Спустя пару минут всыпаем наш сахар и снова все взбиваем. Наша яичная масса загустела, сахар практически растворился. И теперь сюда мы вливаем растопленное сливочное масло, оно уже остыло. И все снова хорошенько перемешиваем. Теперь просеиваем какао-порошок. Примерно где-то здесь 30 граммов, может чуть больше, 35. Все просеиваем. Полностью не вмешиваем какао. Муку смешиваем с разрыхлителем. И просеиваем в нашу массу. И перемешиваем наше тесто. Так вот снизу вверх. Вмешиваем нашу муку. Такое оно получается шоколадное, красивое, вкусное. Всех мука разная, поэтому может потребоваться чуть больше. Сейчас она еще растворится, разойдется клейковина. То есть сейчас вот оставляем наше тесто хотя бы минуток на 10-15, чтобы оно у нас постояло. А пока ставим нашу вафельницу разогреваться, и как только загорится зеленый индикатор, значит можно закладывать тесто и начинать печь вафли. Открываем вафельницу. И закладываем наше тесто. Примерно первое надо будет попробовать по полторы где-то столовых ложки. 1,5 в общем. И еще половинку. Теперь накрываем. Выпекаются они примерно 3 или 5 минут, ну, в зависимости от того, сколько мы теста положили. Ну вот, спустя примерно 3,5 минуты наши вафли готовы. Снимаем их деревянной лопаткой и закладываем следующую партию. Также положу по 1,5 столовой ложки. И накрываем. Главное не передержать. Поэтому примерно вот 3 минутки. И достаем вафли, чтобы они у нас как бы не пережаривались. Наши вафли готовы. Из указанной нормы теста у нас получается примерно вот 12 таких вот очень вкусных вафель. Те, которые мы выпекали 3 минутки, они помягче, а те, которые 3,5, они более такие вот хрустящие, таким хрустящим краешком. Поэтому очень вкусные вафли. Если вы любите венские вафли, попробуйте приготовить по этому рецепту. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока,
и всего самого-самого доброго.